даже не знаю, как я собираюсь за все это заплатить. Университет все задерживает мою стипендию. И вообще, не знаю, хватит ли мне на все или нет. Но, Люда, что мне делать? Ой, Кать, смотри, какие классные босоножки. Они все в коже и в золоте. Ой, сколько они стоят? Ох, $140. Нужно обалдеть. Я так хотела бы себе такое позволить. Да, мечтать не вредно. А еще, Кать, у меня такая депрессия. Я всегда чувствую, что я не могу себе ничего позволить. Кать, помоги мне. Люда, знаешь что? Отстань от меня. Ты вообще перестань читать эти фиговые журналы. Мы еле-еле можем заплатить за учебник. Что тебе важнее? Твоя учеба или какие-то дурацкая пара босоножек? Ну, Кать, не сердись на меня. Я просто хотела пожаловаться. Ты же знаешь, что учеба мне очень важна. Ну, я тоже люблю одеваться по моде. И, честно говоря, мне учеба просто надоела. Да? И что ты по этому поводу собираешься делать? Учиться. Вот и учись, не капризничай. И лучше посоветуй мне. Мне нужно завтра доработать 4 часа и успеть приготовиться к моему экзамену. Ну как я успею в одну ночь? Что делать? А ты не можешь просто сказать, что ты работала, а вместо этого просто подготовиться? Да ты что? Конечно, я не могу. Это же нечестно и вообще противно. Зато прибыльно. Больше я советоваться с тобой не буду. И не надо. Жизнь прекрасна, правда? Такой был потрясающий обед. Нам надо сюда обязательно будет вернуться. Согласен, все было просто потрясающе. Обязательно вернем все. А как что не с кем возвращаться? Ну почему же не с кем? В мире много одиноких и красивых девушек. Да. Как насчет их? Чего так сложно найти кого-нибудь в USC? Я не знаю, я тоже подумал. И все какие-то... тупые, пустоголовые, и думают только о себе. Мне тоже так кажется. Кстати, ты сегодня вечером пойдешь что-то в игру? Давай, и так уроков не задают, и делать нечего. Слушай, а мне нечего одеть, вся одежда грязная и стирать мне. Мне нужно ехать в магазин, купить что-то неприличное. Может, пойдем на рок и отдраем? А если я сегодня не могу, надо домой заехать. Следующий раз. Понятно. До свидания, Серёжа. Чао. Алло. Привет, дорогая. Как у тебя дела? Здравствуйте, тётенька. У меня всё хорошо. Работаю, занимаюсь. А как у вас дела? Ах, спасибо. У нас тоже все нормально. Только у меня к тебе одна просьба. Слушаю вас. Мы с мужем уезжаем на Гавайи отдыхать, да? Ты не могла бы посмотреть за нашим домом в течение месяца? Дорогая тетя, я с радостью посмотрю за вашим домом. Только можно попросить у вас... Слушаю тебя, милая. Только не проверти наш дом в ночной клуб. Ну что вы, дорогая тетя, я никогда в жизни бы такое не сделала. Я просто хотела спросить, может ли моя подружка со мной поживет? А, ну в принципе я не против. Но только скажи мне, твоя подружка, она аккуратная? Она очень аккуратная. А, ну ладно, милая, разрешаю. Вы будьте аккуратными, я вам доверяю. Приедь завтра и забери ключи от дома. До скорой встречи! Спасибо, тетя. Я вас не подведу. До свидания. Ничего себе, да, у тебя родственники. Ты это можешь поверить? На целый месяц. Не могу. Ой, какой огромный дом. Смотри, сколько места. Да, после нашего общежития вообще можно заблудиться. Знаешь, Кать, у меня есть идея. Люда, слушай, давай без идей. У меня вступительный экзамен на носу. Надо готовиться. Кать.
Кать, ну ты что? Между прочим, завтра у кого-то день рождения. А экзамен волк в лес не убежит. Надо наслаждаться жизнью, понимаешь? И нужно попраздновать твой день рождения по-взрослому. И ты можешь всем сказать, что ну вот, мы сестры, у нас отвали этот дом, и здесь живем в Беверли-Хиллз со звездами. И кто его знает, может быть, через месяц встретишь, появится какой-то звездный муж. И потом, прощай общежитие, здравствуй, Гуччи с Диором. Боже, такое уже придумала? Да я тебе не позволю всех так обманывать. Это просто аморально. Катя, почему ты всегда мне портишь настроение с твоей честностью? Даже просто нечестно. Надо жить. Ты такая молодая, такая красивая. А у какого словарь у тебя? Не могу, не хочу, не знаю как. Ну что же это? У нас один такой шанс будет. Пожалуйста. Да ну ладно. Уговорила. Ура! Я сейчас всем позвоню. Сейчас я позвоню и скажу, что у нас завтра огромный сабантуй будет. Сейчас Саше позвоню. Ну, Саш, у нас огромная новость. И больше ты не поверишь. Да, ну, хорошо, хорошо. Катки, завтра день рождения. Мы устраиваем. Ты шипишь, томатный сок? Бля, не томатный сок. Катя, вот, я же тебе сказала, смотри, как классно. Сейчас друзья пришли, потом Саша, вот Алена. Смотри, какие симпатичные мальчики везде. Да, вообще, пожалуйста. Вот Саша мне рассказывал, что у него здесь знакомый Галина Гарлоди. Ты знаешь, у Галина, у него ягуар. Представь себе, какие у него деньги. Давай, я тебя познакомлю. Не стесняйся, хорошо? Привет, ребята, меня зовут Да, это Катя, наша именинница. Хорошего здоровья, все как полагается, правильно? Спасибо. И скажи мне бар, пожалуйста, такой красивый дом. Я тебя хочу удивлять, давай. А сколько тебе есть? 21. Классно, значит, тебя можно тебе бросать. Да уж точно можно, если хочешь, конечно. Дай мне тогда такой телефонный номер, и я тебе позвоню. Хорошо. Я вчера потеряла мой мобильный. Давай я тебе дам домашний, ты мне сюда позвонишь. Давай, мне все равно позвонить. Главное, что можно было с тобой связаться. Алло, здравствуйте. Будьте добры, Катю. Здравствуйте. А можно спросить, кто звонит? Катя, это Сергей Горь. Ты помнишь, мы вчера... А, Сергей. Привет, конечно, помню. Ты не занята? Я просто не мог дождаться с тобой опять поговорить. Правда? Честно говоря, я тоже о тебе не перестала думать. Я так рада, что ты позвонил. Сереженька, привет. Как у тебя сегодня прошли занятия? Катенька, очень хорошо, но зато я очень устал. Ой, в этом я виновата. Я не могу поверить, что мы всю ночь проболтали по телефону. Да не волнуйся, Катюша, я сам. Я просто не мог оторваться от трубки. У меня никогда не получалось ни с кем так долго говорить. Привет, как я рад слышать твой голос. Да? Так мы же только вчера проболтали целых 2 часа. Ты засекала? Вот значит, почему я опять не выспался. Да, мне тоже это не нравится. Слушай, давай завтра посмотрим тот новый фильм про пиратов. А ты не хочешь вместо этого пойти на фильм про английский вирус? Завтра? А не хочешь через 28 дней? Даже не могу поверить, сколько времени мы вместе провели за последний месяц. Да, так быстро время пробежало. Кажется, что мы только вчера встретились. Я тоже. Но, Сережа, мне нужно тебе что-то сказать. Я не хочу тебя обидеть, но у меня подходит экзамен. И мне надо пару недель серьезно подучиться. Это только временно. Ну, пожалуйста, воздержись. И не звони мне пока. Ладно?
А ты мне позвонишь, когда все это закончится? Конечно. Если это тебе поможет стать юристкой, тогда, конечно, я подожду пару недель. Но я по тебе буду ужасно скучать, и мне будет трудно воздержаться. Буду ждать. Жалко, что пришлось возвращаться в это общежитие. Это просто конюшня после тетиного дома. Да, мне тоже жаль. Но, увы, ничего не поделаешь, Люда. Кать, у тебя такие классные родственники. В следующий раз, когда они куда-то уедут, обязательно надо их спросить, если мы можем у них немножко пожить. Хорошо. Слушай, а что ты собираешься делать насчет Сергея? Да, я об этом думала. И мне кажется, что лучше всего просто сказать ему правду. Это все моя вина. Это я тебя навела на эту идею. Да ничего, не надо себя ругать. Лучше посоветуй мне, что бы ты сделала на моем месте. Ну, я думаю, что Сергей поймет. Ты должна ему сказать. Кать, тебя уже долго тянет к солененькому? Катя. Я боялась что-нибудь об этом говорить. Ну, мне кажется, что я забеременела. Ой, Катенька, как это? Как? Так, 1.5 месяца назад. А ты уверена? Нет, не уверена, но подозреваю. Я тебе больше скажу. Тебе надо срочно пойти к доктору и это выяснить. Если получится, что ты беременна, нужно Сергею все сказать. Он тебя любит и тебя будет поддерживать морально и материально. Ты правда так думаешь? Да, правда. Не бойся. Спасибо. Алло? Здравствуй, Сережа. Катенька, наконец-то ты мне позвонила. Ну, расскажи, как прошел твой экзамен? Да, по-моему, хорошо. Результат узнают только через месяц. Ну, теперь ты можешь отдыхать со мной. Я так хочу тебя увидеть. Ох, я тебе как раз по этому поводу звоню. У тебя будет завтра время встретиться в парке в полдень? Для тебя, конечно, будет, дорогая. Хорошо, тогда до завтра. А ты не можешь сейчас больше говорить? Извини, но сейчас мне пора. Да? Ну, тогда до завтра. Привет, солнышко. Я по тебе скучал очень сильно. Да, дорогой, я тоже. Что с тобой? У меня такое чувство, что не все хорошо. Ты себя нормально чувствуешь? Такая бледная почему-то. Как сказать? Все хорошо. Но мне надо что-то тебе сказать. Да, Катя, ты мне можешь все сказать. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Я тебя просто обожаю. Дорогой, не надо. Серьезно. О, у меня... Что, Катюша? Что случилось? Я беременна. От тебя. Ну, сладкая моя, это же такие хорошие новости. Я даже не верю нашему счастью. Ты честно? Да. Конечно. Почему же не радоваться? У нас будет ребенок. Мы поженимся и будем жить вместе. И будем счастливы. Мы сначала сможем жить у тебя в доме в Беверли Хиллз. Твоя мама сможет нам помочь с ребенком. Кстати, все будет хорошо. Ты даже не можешь себе представить. Сережа, это не все. Есть еще что-то? Я не верю моему счастью. Я не знаю, если тебе так нравится. Тот дом, там, где я сказала, что я живу, это совсем неправда. Там живут мои родственники. Они уехали в отдых, и я только присматривала за их домом, и за цветами, и за собакой. Когда ты меня встретил, я там только временно жила, и уже там не живу. Я не живу в богатом районе, потому что я сама не богатая, и моя семья не богатая. Я уже несколько лет живу в общежитии. Я взяла заем, чтобы заплатить за университет. Я не понимаю, никак. Как ты могла мне так врать?
между нами была какая-то когда-то правда? Сережа, конечно. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Нет, Кать, я ничего про тебя не знаю. Я тебя не знаю. Не говори такое. Пожалуйста. Не надо, Катя. Как я вообще могу верить теперь, что это ребенок мой? Я же не знаю. Ты же мне правду никогда не говорила. И сейчас ты беременна. Я должен расплачиваться за все это? Не говори такое. Как ты можешь? Мы же только хотели пожениться. Нет, Катя, свадьбы не будет. Ничего больше между нами не будет. Все кончено. Сергей, как ты? Я же тебя так люблю. Я так извиняюсь. Пожалуйста, прости меня. Нет, Катя, я просто не могу. Ну, мой сладенький, тебе что-нибудь надо? Особо ничего. Я просто вспоминал прошлое, как мы с тобой в первый раз познакомились. Ты помнишь этот момент? Конечно, помню. Просто когда тебя увидела, я не могла ни о чем другом думать. Я тоже. Жаль, что такой любви нету у наших друзей, Сережи, с Катей. Да, жалко. Но с другой стороны, я все время такое чувство, что он как-то с ней очень странно обращался. У них могло бы все получиться, правда, если бы он столько не думал о деньгах. Да, но все равно, у Кати так все хорошо получилось. Смотри, она очень известный адвокат, у нее такая хорошая дочка. Такая милая и умная, вся в нее. Жалко, что мы так редко с ней встречаемся. Дорогой, ты знаешь, что все случилось с Сергеем? Мы так редко его видим. Так давно уже. Давно с ним не встречался, но слышал, что он до сих пор ни на ком так и не женился. Жалко, конечно, но в то же самое время, хорошо, что у нас не такая судьба. Да. Открыто. Пожалуйста, заходите. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Горин. Здравствуйте. Чем я могу вам сегодня помочь, господин Горин? У меня сейчас серьезные неприятности с налогами. Судебный процесс, видите ли. И мне вас рекомендовали. Говорят, что вы великолепный адвокат. Хорошо. А в чем заключается ваша проблема? Дело в том, что я владею заводом, но в течение прошлых 5 лет я пытался расширить бизнес. В итоге я почти обанкротил завод и был не в состоянии заплатить налоги за прошедшие 3 года. Разрешите мне угадать. Вы решили, что будет лучше обмануть государство, чем заплатить налоги? Ну да, но я вам объяснил, у меня не было другого выхода. Господин Голин, у человека всегда есть другой выход. Наверное, вы тоже думали, что у вас не было другого выхода, когда вы бросили меня беременной и без малейшей помощи, даже моральной, 20 лет назад. Катя? Не может быть! Это ты? А где ты была все эти годы? Где? Здесь. В этом же городе. Была и осталась. Закончила университет, получила образование, сделала карьеру, воспитала нашего ребенка. А ты где был? Я тоже здесь был. А наш ребенок, могу я его увидеть? Ее. И ни в коем случае ты не можешь ее увидеть. Что, после 20-летнего отсутствия тебе наконец-то захотелось ее увидеть? Ну, Катя, не надо так. Я же ее отец. И каждой девочке нужен отец. А она, кстати, уже не девочка, а взрослая женщина. И я знаю, что она сама не хочет тебя знать. Ну хорошо, Катя. Как хочешь, так хочешь. Я все равно, наверное, не был бы хорошим отцом. Ну хорошо. О вашем заводе. Я могу вас защищать в суде.
Но я вам советую признать вашу вину. Ну, Катя, могла бы ты мне хоть как-нибудь помочь? Если они меня застудят, то они же оставят меня нищим. Подумай обо мне. Я же отец твоего ребенка. Сколько мне надо тебе заплатить, чтобы ты хоть как-нибудь мне помогла? Назови твою сумму. Как ты смеешь? Видимо, что ты совсем меня не знаешь. Ты меня просишь сделать что-то незаконное и при этом пожертвовать моими моральными принципами и моей репутацией. Извини, Сергей, я просто не могу. Разговор окончен. Ну, если так, тогда я пойду и найду другого адвоката. Ты мне не нужна в таком случае. Желаю вам удачи. Но, пожалуйста, не вмешивайте меня или мою дочь в это дело. Не волнуйся. После сегодняшнего разговора я опять исчезну из твоей жизни. В этот раз навсегда. Прощай, Сергей.